Здравствуйте. Проблема со всходами вишни и черешни в 2019 году. В вашем вебинаре номер 12 вы показываете сообщение от Дмитрия. Он сообщает, что у него не взошла ни одна вишня после ревкации 2 месяца. И он грешит, что слишком мало стратифицировал. Так. У меня ситуация обратная. Внимание, ребят, кто меня не слушает. Я брал руки сертификат из справочника проращивания покойщик семян 85 года Николаева. Кстати, могли бы и любой справочник, там будет то же самое. И вот, черешня 5-6 месяцев при температуре 3 градуса, для вишни 3-6 месяцев при температуре 3-5 градусов. Ну вот он и брал. Теперь смотрим. Сейчас мы подробно будем, почему. Я хочу потом сделать отдельный фильм. Вот, и вы увидите, что проблем около 10. Вот этот срок только один из них. Тем более, что это. Итак, у меня в сыром песке в холодильнике коцки, вишни, черешни прожали 145 дней. При температуре 30 градусов это почти 5 месяцев. Так вот, сразу я забегая вперед скажу. Они не пролежали у вас 145 дней. Они перележали. Ну, давайте смотреть. Вишня Грушковская с генами черешни. Родина какая? Правильно. Украина, я оттуда привез вишню Жуковскую. Так, теперь, ну, через еще южнее. Давайте вспоминать, для чего, извините за нудный ответ, потому что иначе, не обязаны вы мне верить. Вот человек, это же все делалось, как она считала нужной, и цифры вот эти соблюдались. У нее так получалось. Но есть еще 5, 6, 7 факторов. Вот в чем дело. Поэтому давайте уж обстоятельно. Итак, Украина, да. Естественно, на Украине лет 300-500 назад, возможно, и близко не было. Вот. Но это уже точно граница. В России уже, подчеркиваю, к России это уже не относится. Но какой у нее срок, там, допустим, зимний период? Вспоминаем, Германия, Польша, зимние чемпионаты по футболу. Газоны, правда, хреновенькие или искусственные, но, во всяком случае, играет в трусах. Вот. Короче, вот эта цифра, она не выдерживает критики. Вот. Поэтому цифра должна быть гораздо меньше. Теперь, она лежит, температура 3-4 градуса. Так. И ей пора было где-то через 60-70 дней, то есть в два раза короче, сходить. А когда исполнилось 5-6, то есть 60-70 дней, я про вишню, через что я сам не знаю, никогда не поращивал. Но вишня тут я, это самое, собаку съел. И вот, значит, она, культурная вишня, пролежала 60-70 дней, и в какое-то время она должна попасть в грядку. Почему? Сразу говорю, срок для вас, друзья, высадки. А дальше отчет идет обратный. У одних цветут деревья, у других снег лежит. Естественно, что я не говорю, что март, апрель или май. Я говорю, обратный отсчет. Это значит, что как только у вас из-под земли полезли, ну, травка, допустим, вот в этот момент вы садите. Но после, еще раз говорю, 40, то есть 60-70 дней. А так как она оставалась в холодильнике, лежали, пошли на второй срок. Все. Поэтому и не взошли. Вот. Или плохо взошли. Ну, черешню я пропускаю. Вишня волость скороплодная. 2 месяца вылазит все 100%. Но уже это, когда ее не осенью на сертификат закладывают, а почти весной. Те же пара месяцев. Теперь, значит, человек пытается понять, то есть он, как бы сказать-то, анализирует. Так, ну, плохой, понятно, к черешне Боднара. К нему тоже относится к вишне, знаете почему? Потому что Боднар когда-то районировал, громкое слово, но именно из магазинных косточек. А тогда к нам черешни поступали или из Средней Азии, или из Болгарии. Вот даже с Украины не поступали. Вот. И вот с этих косточек. Ну, естественно, что у них стратификация, зима соответствующая. Вот. И если там зашло две косточки, ну, повезло. Так, при этом абрикосы и сливы зашли хорошо. Так, ну, мы сейчас к этому вернемся, к абрикосам. Несколько вариантов. Ну, вот он пытается понять, что случилось. Я ему уже срок назвал.
Вот это ошибка, самое главное. Вот это вот самая главная ошибка. Справочник. Вот. А это он молодец, анализирует. Смотрите, что получается. Вот Киселев, да, я специально ставил все его данные, что это живой человек, что я ни за кого ничего не выдумаю. Имея, в общем-то, небольшое количество, составил таблицу. Давайте смотреть. Она нам еще больше поможет разобраться. Итак, абрикосы. И, ну, из трех косточек две взошли. То есть две трети взошло. Прекрасный результат. Я поздравляю его с закладкой абрикосового сада. Дальше будет легче. Самое главное было прорастить. Обратите внимание, 74 дня. Чей срок? Мой срок. Ладно, пойдем дальше. Смотрите, 145 дней все вишни и черешни. Степная всходит легко, войлочная всходит легко. Вот. Жуковская всходит легко, и черешня Боднера, я ее никогда не... Это, вот чего единственное не знает, то не знаю. Ладно, результат 5%. Ошибка вот здесь. А потом уже про влажность поговорим. Слева уссурийская желтая, дальше почти сливы. Результат почти половина, но терпимо. Смотрим, сколько лежало. 148. Моя цифра 90-100. Уже ближе, так? Вот видите? Уже ближе к моей цифре. И уже схожесть прошла. Вот. Ну, она вообще тугодум. Вот эти сливы, они... Дело в том, что... Откуда вот эта цифра? У меня-то схожесть неплохая, я ниже покажу, да? Ну, процентов под 90 обычно. Тут 42, то есть у меня схожесть в два раза выше, чем при 148 днях. Вот. А у меня где-то 90-100. И вот получается, в чем дело? Уссурийская, вот это вот синяя фиолетовая китайка, с Ливосовнера Востока, с Китая. Так? Вот. Ну, ясно, попали они в Россию, попали. Попали они на юг, допустим, там тот же Уссурийский край, в то же Приморье, ну извините, с юга. Вот. И, естественно, раз юга, вот это многовато. Многовато. Вот. Ну и, наконец, груши. Груши 10%, все на обратной картине. Не знаю, как там справочник помог, не помог. Но вот здесь вот половина срока всего. Ну, не половина. Надо бы где-то 60-70 дней. Полтора раза больше. Так. Схожесть была бы лучше. Здесь сильно мало пролежало. И, наконец, я хочу в целом, вы уже поняли самый смысл. Я что хочу сказать? Нет, я лучше буду с помощью фотографии показывать. Итак, чтобы не сказать, что я болтун, это абрикосы. Это те же абрикосы, но я воспользовался случаем. Для чего? Чтобы показать, что хотите, выращивайте. Это сыновья манжурского абрикоса получается. Они гибридные, неплохие, не раз показывал, неплохие плоды. Вот, ну, это как автомобиль «Жигуль» первой модели. Вот. Но хотите иметь «Мерседесы», пересаживается. Осенью обрезка, приживается, это обрезка, пересадка. Вот. Ни одного случая в моей жизни гибели. Ну, с одной стороны выносливо, а с другой стороны вот эта обрезка, принципиальная обрезка. И потом прививка. Вот. Сливы. Ой, эти самые. Груши. Схожесть груши уссурийских. Нормально? Значит, не болтун. Дальше идем. Войлочная вишня. Видели? Такое впечатление, что посадил 500, а получил 1000. Вот это вот такая скорость волосы вишни. То есть, за моими словами, стоит опыт. И, ну и, наконец, вишни, которые мы еще, черешню я не размножал никогда таким способом, так? А вишня сибирская штамбовая, бывшая владимирская, одичавшая, слегка одичавшая, она, ну, я не проращивал уже лет 20, один раз пробовал. Нормально зашла, но тонкости забыл. Ну и, наконец, уссурийская слива. Скажете, жидковато. А что делать? Проворонили момент самый. Там часть уже была, знаете, какие. Ну, потом покажу. Теперь Павел Троценко. Тот самый из этого самого. Вся королевская рать из золотого моего списка. Те, которые должны в этом возрасте уже заниматься настоящей работой, научной работой.
Вот. В крайнем случае, учитывая порядочность, честность, работоспособность дикую, мозги на месте, грамотность, ну хотя бы чиновниками, который стал ругательским словом. Так, теперь, значит, вот он мне пишет, ну и все крутые наши компьютерщики, включая нашего руководителя Антона Валерьевича Сафронова, все стали садоводами. Все заболели. Вот Павел Троценко пишет, тоже стал садоводом. Напоминаю, редактор моих книг, мой помощник. Дело в том, что я изучил практически все ваши материалы и все равно сгноил косточки. Заметьте, сгноил. Вот. Там были варианты, помните, высушил и так далее, перележали. Некоторые люди покупают, скажем, на 100, на 10 тысяч рублей косточек, потом все сгнивает, и они винят вас. Несмотря на то, что они сами виноваты, как в моем случае, теряете от этого вы, так как эти люди расстроены, в дальнейшем вас покупать ничего не будут. Жестокая правда. Знаю, что вы отправляете им фильмы о выращивании косточек, но, наверное, этого недостаточно. Может быть, какие-то инструкции вам вкладывать бандероли, акцентировать внимание на ошибки. Сейчас вы встанете на мое это место и поймете то, что я... Вот. Во-первых, каждый раз, когда мне добавлялись дополнительные вопросы, не пора ли высаживать, вот, я всегда, это стало моей, так сказать, идеей это, фикса. Я говорю, смотрели вот этот фильм, вот этот, это все про тратификацию, про посадку. Вот первые два, это подробнейшая посадка, вот они. А потом тратификация, раз, два, три, четыре, вот. Знаете, что отвечает большая часть? А мы не смотрели. Вот. Теперь, потом поймете, где типичные ошибки, что из этого выходит. Вот. Уже кто посмотрел, у них не будет 100% схожести, но 50% тоже гарантирую. Ладно, идем дальше. Смотрите. Вот это вот все с одного дерева. Это манжурский мой абрикос, патриарх тот самый. Вот, я написал слово «сорт», чтобы... Сейчас будет много этих. То есть мы будем смотреть со всех сторон. Это все надо знать, особенно тем, кто собрался зарабатывать. Помните, вопрос был, у меня сколько нужно, я говорю, гектар, а сколько нужно на нем посадить, я говорю, столько, а это же все деньги, а если все вот так будет, как вот на этой фотографии. Эту фотографию я сделал в своем саду. Вот. На второй год после того, как они упали. Ну, смотрите, я в данном случае, мы это все изучали с вами, помните вебинары, я уже на другую тему, я о том, какой у них характер. Вот. Одни не выдержали, сгнили, условия абсолютно одинаковые. Все под одним тоже снегом лежали до весны. Одни сгнили, а другие, одни пошли в рост, третья что-то думает, вот, четвертая догнивает, большинство пропало. Так нет. Это при том, что еще не закопано. Значит, что получается? Каждый сорт имеет свои особенности, тем более, что если они с одного дерева показали все разные характеры. Теперь, откуда взялся этот характер? Сейчас я вам ниже покажу, откуда. Итак, рядом растет королевский. Вот рядом с этим. Скажите, не опыляют друг друга? Ну, кто-то будет смеяться, если я назову слово, допустим, телегония. Вот, ну, это тоже уже проходили, да? Вот, какая самая мелкая и одни из этих самых мировых лидеров, да, королевская Франция. Вот, с другой стороны от него растет академик, вот, ну, ни один академик его уже не признает за академик. Вот, ну, ясно, не из магазина, у нас такие не продают на рынке. Сливы продают, я вешал сливы до 140 грамм, абрикос таких крупных к нам не поступает, вот. Это мое родное. Это видели на деревьях. Вот. А он-то с этого, с Дальнего Востока, там совсем другой климат. Вот. А потом получается вот это вот. Вот. Пожили рядом, как в одном общежитии, я называю смешанный сад. И испорчен сорт. Интересно, что это Николай Крудимов. Там так, ну, иронично, не то, что... что железо сорта портит. Ну, иронично, ясно, что с одобрением, не подумайте, что. Вот. Но действительно нет. Условия разные. Нет, условия одинаковые. Даже один сорт. А теперь этот поработал, а это вообще
у него это тройной гибрид. Вегетативно-семенной, нет, вегетативно-перекрестно-пыляемый. Ну, короче, там здесь королевский замешан. Вот этот и вот это папа вот этих самых. Вот это Фаина, та самая, да? Вот она. Вот видите, похожий? Нет. Я, кстати, Елена Александровна, вы, может, сегодня не увидите, вы же все-таки в командировке. Вот, пожалуйста, это, как нам нужен человек, который вот это воспримет не с подозрением, не это. Вот, и я приводил этот пример. Выступает сотрудник или директор ботанического сада. Региональная конференция проходила в Иркутске. Мне прислали ролик. Значит, ему задают вопросы зала, как вы относитесь к гибридизации Железова. Ответ. Это есть в ролике. Это не шутки. Знаете, какой ответ? Правильно. Значит, научное сообщество этого не это самое. Не то, что не, как сказать. Это не сказал, что не понимает. Слово-то. Научное сообщество этому не верит. Нет. В общем, нету эффективной гибридизации. Но это не я придумал. Вот. Кудина Марина, подтвердите, я же это самое, вас представлял здесь как человека, который выступил на конференции, не побоялся, выступил с технологией Железова, так? Так, ладно, с этим понятно, да? От сорта зависит. Температура. Температура там упоминалась 3-5 градусов. Выдержать ее в холодильниках невозможно. Почему? Дело в том, что вот эта дама, на которая создала справочник, она смогла обеспечить там 3-4 градуса или сколько там постоянно. В холодильнике попробуйте удержать. У стенки я сам пробовал. Замерзает, у передней этой самой распускается, ну, прямо даже на месяц раньше, чем еще бы полежали, но уже сальцированные косточки начинают распускаться. Даже в одном холодильнике выдержать невозможно. А теперь, что такое хранение у Железова? Итак, погреб. Видите? В начале. Здесь температура очень высокая. Только к нулю опускается только в середине зимы. А когда закладываю, тут 15-18 градусов. Ничего. Кто знает, мои косточки прекрасно хранятся. Проветривание. Курдюмов подсказал, кстати. Я тоже учусь. Вот, я не всезнайка. Ну, время от времени проветривание, вот, и хранятся в сухом виде. Закладка, как можно раньше, то есть, если видели в фильмах, как ковыряют мои семена абрикосы в конце июля, в начале августа, уже подвержены гниению, то есть упали, потом их ковыряют, отделяют полусгнившую мякоть, потом моют, потом сушат, и сразу вот это все. И фактически, поняли намек какой? Стратификация началась. Ну, назовем ее полустратификацией, потому что в сухом виде. Стимула для просыпания пока нет. Дальше. Эти так и лежат, там они стратифицируются в этом же погребе. Это Сергей Железов делает. А вот это вот я перевожу в город, начиная уже с сентября, и начинаю вам продавать. Вначале пасуется по 10 штучек небольшими порциями, потом снова. И по мере распродажи пополняются эти же банки. Вот, в сухом виде. Наконец наступает январь, и я тогда занимаюсь чем? Я занимаюсь стратификацией. В начале январь, ну это те, кто в Уцухе, чтобы вы знали. И как сложно сделать инструкцию, чтобы вы поняли. В январе начинаю эту работу в начале сливы. Причем я знаю накиды. Смотрите, первый палец февраль, второй март, третий апрель. Получается, как правило, заказывают и высаживают на границе апрель-май. Вспоминайте майские праздники. Вот, много выходных. То есть под эту я подстраиваюсь. Не под всех. Вот. Далее случается следующее. Человек получает этот сигнал. Допустим, он... И отправляю я с этими, как сказать, без этих шуток, без схожести. Получает, вот это идеально. Идеально. Вот. Но
начинается самое страшное. Вот человек, я не могу подстраиваться, допустим, под Тюмень или под это самое, под мне и Сочи заказывает. Вы поверите, нет? Сочи, Одесса, Анапа, клянусь Богом. Сочи, Одесса, Анапа, Адыгея, так, Северная Осетия, Кабарда, ну куда южнее-то? Вот. Заказывают, ну там-то надо быстрее. А в Тюмени снег лежит, да еще метровый. Вот видите как. И вот получается так, что под конец еще несколько советов дам общих. Ну, типа не ложите в одну корзину. А так получается, что вот это сигнал пора высаживать, а у вас еще снег лежит. И тут начинается самое противное. Первые несколько проснувшихся косточек, как правило, 2-3, максимум 4, высасывают всю влагу. А фильма вы не смотрели. Вот этих, так, ну ладно, не буду их листать, нет, все-таки лишний раз покажу. Фильмов не смотрели, вот они. И понятия не знаете, не все, а многие из вас, что высосав влагу у 2-3, редко 4 косточек, отоление взойдут никогда. Почему? Потому что у вас снег, а вы продолжаете хранить все еще в это самое, в этих же пакетиках. Ладно, получаю две фотографии от одного из вас. Это обстоятельные люди, и деньги затрачены немалые. Вот это я понимаю. А здесь еще и градусник, вот он есть, видите? Вот это уже серьезные люди. Перепаковали ради 10 штучек, вот уже сколько это самое. Так, идем дальше, сроки. В принципе, про сроки я сказал, но еще надо кое-что уточнить. Сроки еще зависят не только от температуры. Вот не зря же вот там до 150 дней лежат, когда. А я еще сказал, у вас выдержать такую температуру, как дама, которая написала этот самый, как он называется, этот справочник, вы не можете. Вы будете хранить или в погребе, а там температура не бывает ровной, или в холодильнике, в который 20-40 дней за день вы хлопнете дверцей, напускает туда тепло. Значит, что надо делать? Следить надо, во-первых. Вот это ждет некоторых из вас. Это у меня. Это уже вот эта фотография сделана. Вот это фактически вовремя. Так. Вот это сливы. А вот это вот месяцем спустя. То есть уже выбрасываем. Ну, не продано. Вот это тоже. То есть, говорить, что я вам выслал сухие семена, у меня единственный случай такой был, я тут же пишу, возвращаю деньги обратно. Почему? Потому что ни одного упрека в моей жизни не должно быть. Допустим, я честный человек, ну доказать не могу, значит, возвращаю деньги обратно. Вот это, как правило, происходит с моими семенами. Вот. Теперь, ну, я еще не все сказал. Значит, если 5 градусов, 6, а семена уже сертифицированы, то зайдут раньше. Если там будет градусов 8-10, ну, в тепле вы вряд ли будете хранить, вот, 8-10, то уже вместо там 2,5 месяца, допустим, абрикосы, зайдут через месяц, через полтора. Вот, еще не смертельно. А вдруг там снег? Значит, смотрим, разбираемся дальше. Ландшафт. Вот эту вот фотографию я делал в Черемушках. Вот, просто показать. Стоял на дороге, вот, просто показать крутизну. Вот. А она мне пригодилась для чего? Там горы. Но горы очень хитрые, своеобразные. Думаю, это не только Черемушка, у нас горы Айдая, Караки и прочие там эти разные лага. И там интересно так, что у одних вот сюда солнце бьет, так, здесь уже цветочки цветут. С той стороны снег лежит. И там тоже дачи. Вот и учитывайте это тоже. Ландшафт очень важную роль играет. Потому что есть южный и северный склонный, есть еще восточный и западный. Восточный холодный, а западный самый жаркий. Видите как? А это скажется на схожести. А где-то, вы ждете, снег сойдет, пошел третий месяц. Не обязательно они так зайдут. Вот так вот. Не обязательно, нет. Они, если вы выдержите, честно, как в справочнике, 3-4 градуса, вот чеха же не взошли, так, вот, или мало зашли, то получается, что они пропустили срок.
Все. Вот она сухая, она садить надо было в апреле, а вы посадили май и не всходят. Вот. А вы еще прикинули, да, вы заложили нотификацию, ну, допустим, где-то в ноябре. И начинаете отсчитывать эти самые 5 месяцев. Декабрь, январь, февраль, март. Ага. Нет, допустим, это самое. Таким образом, что шестой палец, пятый, шестой палец загибаете уже в мае, в июне. Посадили, все по справочнику, не взошло. Отсчет идет обратно. Вы должны знать, когда у вас первые листочки, ой, первые эти из-под земли появляются. Вот тогда и садите. Вот она верная примета. В это время все распускаем. В это время поступает команда с неба. Про небо мы еще поговорим не раз, идем дальше. Ландшафт важную роль играет. Вот. То есть, вот одна банка. И варианты, я уж беру в целом, округляю. Здесь зашли, там не зашли. Или какой-то месяц, или другая банка, срок сертификации сдвинут на месяц туда или сюда. Тут не взошли, там взошли, с той стороны, где снег лежит. То есть, где на месяц позже оттает. Вот это ландшафтная проблема. Еще не все. Почва. Ну, на исторической родине, друзья мои, почва предназначена, это самое, для семечек. То есть, в одном месте посадили, ничего, ни одна не взошла. И с этой же банки, подчеркиваю, точно до секунды, то есть, засыпано было в одну банку, все, все совпадает, все, все, все. На другой почве взойдут все. Это и имеет место быть. Раз. Что касается состава почвы, то есть, это касается почвы самой как таковой, так, и это касается, чем была эта почва, фактически это та же, как шипочка, что ландшафт, оба слова подходят. Потому что я вам уже сто раз об этом говорил, у вас получается так, что если до горизонта там десятки километров за 20 дней, когда съели последнюю овцу, 30 лет назад ее съели, и не выросло ни одного дерева, ни одного саженца до горизонта, значит, нечего там и сад садить. Понимаете? Вот. Там лежат миллиарды семян, триллионы семян. Если бы вы видели, как пылят сосны, это ужас какой-то, такое расточительство. Но это я так, как бы, эмоции с меня вылезла, эмоции я. Так вот, посадить уже саженцами. А садить непроросшие косточки, значит, нарваться опять на... А мы же не знаем, что было раньше. Вот стоит город, вот Саяногорск, на той стороне, там, где у меня Красный хутор, да, да и где этот самый Шушинский район. Там прекрасно, там все великолепно, там такая климат, там такой замечательный этот самый сосновый бор, Саянский бор. А на этой стороне, черта с два, степь, и город поставлен прямо посреди степи. Геопатогенных зон море. Уж я-то в этом разбираюсь. И везде, где патогенная зона, что бы вы ни делали, а они есть практически, я их находил. У нас предгорье, у вас, у кого неудачи, я не знаю. Но в нашем предгорье геопатогенная зона встречается кусочками, так называемые гиблые места, практически в каждом 10-20-соточном участке. Редко мне это самое удавалось не найти, проще найти. Вот эта вот почва, это еще одна проблема, поэтому такую почву надо садить или саженцы, где накануне ничего не зашло, или уже проросшими косточками, тогда они пойдут расти, если проросли, без сигнала с неба. Сигнал с неба поступает, когда поступают эти самые семена в новое место. Вот, без команды не сходят. Вот. Программа так устроена. Как бы не смешно вам казалось то, что я говорю. Проверено на тысячекратно. Далее, геопатогенные зоны еще можно выявить с помощью рамок. Но сколько я фильмов создал, сколько я рассказывал, как их делать, из длинных спиц связываний, из электродов, вот, как легко научиться, вот, как жили люди, это самое... То есть на тысячу человек, дай бог, если один блок. Да какой на тысячу?
У нас в городе, по-моему, нас всего двое на 70 тысяч, кто владеет ими. Но мы же не ходим по этим квартирам, не учим, как спасать от смерти и от рака людей. Вот. И на дорогах мы тоже этим не занимаемся. Не востребованы. И вот, значит, а семена все это понимают. Ориентируйтесь сюда по ним. Не взошли в подозрительное место. Влажность. Важнейший момент. Угадать. Я иногда, может, я глупо сделал, может, нет. Но в одном из тех фильмов я упоминал цифры 6 к 1, соотношение влаги и, то есть это соотношение песка к влаге, вот, и 7 к 1, вот в этих пределах. Потом зарекся, думаю, вот человек все сделает, как я сказал, ноль сходов, опять гони монету обратно. Вот, знаете, как неприятно это, возвращать деньги, которых уже нет. Вот, и получается так, что влажность — это важнейший момент, и мне прислали вот эту фотографию, это мои абрикосы. Вот. Как можно к ней отнестись? Я уже не помню, несколько лет прошло. Так. Хранение было своеобразным, видите, я так не храню. Скорее всего, это мох какой-то. Может, сфагу, может, просто мох. Вот. И вот мне эта фотография нравится чем? Потому что тут две темы. Первая. Обратите внимание. Влажность, конечно, высокая, даже глаза режет. Но одна сгнила, а две-то взошли. Опять возвращаемся к чему. Так. Кстати, крупненькие котики. Маньчжурская гибридная, да? Согласны? Он уже это. Он гибридный. Я специально подчеркнул, что это маньчжурский гибридный. У него вон какие папы. О, сейчас покажу. Ну, куда мне спешить? Бесплатные вебинары. Хотите, слушайте, не хотите, все равно слушайте, пригодится. Вот. Вот они, папочки. Вот они. Здорово, да? И вот, значит, это я сейчас только обратил внимание, что подписывал-то не я, а тот, кто купил у меня их. Новый хозяин, да? И вот он пишет, абрикос маньчжурский гибридный. 16-й год. Так. Крупные косточки. Глаз режет. Так вот, значит, два взошли, один неизвестно, один сгнил. Я не помню, зачем он прислал, то ли претензии предъявлял, то ли похвастался, что вот взошли, но не все. Вот. Мне пригодилось для вас, что влажность будем считать, это самое, влажность имеется в виду во время хранения, вначале сухие, потом влажные в песке, это называется уже в холодное время, то есть в холодном климате несколько градусов плюс. И, наконец, вторая влажность, это уже после высадки. Итак, большинство должно... Вот это прямо вот хоть час высаживай. Вот они 100% зайдут. Вот чем они хороши, еще мой дополнительный совет. Уже не про всхожесть. Но если вы посадите на постоянное место, вот, не вздумайте уже в эти горшочки чертовы. Есть возможность, садите на постоянное место, если уже земля хотя бы на два пальца оттаяла. Почему? Вы же будете делать холмик, а холмик, он так быстро высыхает, там так трудно, это, на ровном месте очень легко сохранять эту температурную, влажность, да, определенную. Полил и все. А холмик и высыхает махом. А еще мой совет, не закапывать глубоко. Представляете, ужас какой-то, а не совет. Вот, ты не закопаешь глубоко, он не взойдет. Я не шучу. Но мы это пойдем пониже. Итак, есть влажность при хранении, полюбовались. Я человека поздравляю, надеюсь, что если там, тут их, наверное, десяток добрые, мы будем считать, что у него сад состоялся в 16 году. Вот. Итак, влажность до определили. Влажность после. Дойдем до нее. А, уже глубина посадки. Надо было еще мне про влажность после. Ну, тут можно обойтись без фотографии. Итак, влажность после. Это мой совет — садить на постоянное место на холмы. Если много, можно все-таки отдельной грядкой, школкой, с последующей пересадкой, но не всех, чтобы лучше все равно оставались на месте. Вот, там проще в школке, поливать легче. И это. Почему? Другая крайность, я не буду говорить, ниже скажу, что там, где влажность, то есть нужно садить не глубоко, но при этом низко, трудно выдержать влажность, и получается у заглубленных схожесть лучше.
Когда спрашиваешь, что жизнь за голову морочит, заглубленность схожа с лучшей. Ну ладно, смотрим дальше. Вот эту фотографию мне прислали. Вот. И вот Железо утверждает, вопреки авторам, уже неудобно фамилии называть, потому что уже, я уже надеюсь, сгорели со стыда и уже готовят статьи, что, мол, уже не то, что там мы были, мы ошибались, не такие статьи, ошибались, и Железо поправил, а просто не закапывайте глубоко, потому что нельзя, чтобы там основание штамба было под землей, что у них есть корневая шейка, она не должна быть под землей. Корневая шейка – это граница земля-воздух, она максимально выдерживает перепады температуры влаги, потому что если есть коррозия металла, значит, точно так же можно считать, что есть коррозия и растений по железу. Ну, так скромно фамилию назвал, чтобы отличали от этих глупостей, типа закопать на 5-6-7 сантиметров. На 10 сантиметров учат, и лучше всходят. Вот саженец, обреченный на смерть. То есть мы по какую тему проходим? Глубина посадки. Вот эту фотографию благодарю, сейчас фамилию не вспомню, с не моей памяти. Человек, который Железова посмотрел, почитал, поверил, и вот он, персик, видите, откопал вот эту подземную часть. Теперь у него, когда он откопал, штамп стал уже не куском гниющим от корня, не под землей, а штамп вернул свое назначение, он снова стал штампом и даже вот выпустил запасные почки. Ой, когда-нибудь мы с вами доберемся, вот, вы знаете, ну так мне все время на богословскую тему, ну не буду, но я только одно скажу. Если отдельная клетка, не саженец, который с помощью ДНК, то есть это одна молекула, короче говоря, то, чего нас заставили и приучили думать, что из чего получается дерево семени. Дерево получается даже из одной клетки. Это значит, что не было никакой это самое, то, о чем мы привыкли говорить, дарвинизма, и не было никогда этого эволюции. А если была, то не миллиард лет назад, а триллионы лет назад. Вот, но это опять уведу вас в сторону. Итак, откопал он, спас клеток, а каждая клетка – это готовое дерево. В данном случае корни им были не нужны, но эти самые веточки появились. Вот, благодарю, благодарю. Вот он отметил, где было закопано, где теперь у него. Видите? Вот, тут написано «корни», «корни», вот они вот тут. Вот. А величайшее, да, возможность у некоторых растений, кстати, персик плохо, абрикосы не поддаются практически, сливы под те растения, которые имеют эти отводки корневые, это как бы сигнал, что они особенно яблони, их закапывают, и они вот тогда, вот эти же клетки выпускают уже эти самые, не листики, не побеги, а выпускают корешки. Но в целом дерево гниет. В целом дерево гниет, и на один случай, если брать страну в целом, и советы дебильные закапывать поглубже, раз, по прививку два, и даже выше прививки три, то на один счастливый случай образования корней и выживания после длительной болезни приходится не сотни, а тысячи мертвых. На каждый случай. Вот это вы тоже должны знать. Поэтому вот это вот, святое, глубина посадки, надо знать. Дерево, обреченное на смерть. Дерево, спасенное. Дальше идем. Вот это вот один из моих, как их назвать, основополагающих, как ключевых фотографий. Вот. Я вам ее показывал, коротко. Звонит. Женщина и говорит, прекрасно растут в горшках. Я немедленно с горшков высадить. Вы что, с ума сошли? Давай на нее там это самое. Последний момент, может она помнит разговор, может нет. Последний момент я говорю, а насколько вы закапывали? Ее же пересаживать надо будет из этих. Они же пластмассовые. Она говорит, на сантиметров на 5-6. Как учили нас. А дальше книга, фамилия, которую я с тех пор терпеть не могу. Немедленно, говорю, раскопайте и пришлите фотографию. Как чувствовал? Спасать будем 5-6. Они же в горшках-то всегда сыро. Это же
в Земле происходит распределение влаги по всей, по горизонтали, о чем многие не знают. Вот. Все время с домашним растением вот это вот путает этих гордые, но хрупкие деревья, абрикосы. Вот она, видели? А назвать фамилию, к кому я обращаюсь? Или уже это самое? Все-таки наберетесь наглости и смелости, откажетесь от своих этих самых. Вот. Вот это вот я называю наглядность. Что я имею в виду? Эту фотографию мне прислали, я когда-то свои демонстрировал, но я все время стараюсь новой фотографии. Стоит только проклюнуться, и уже пора высаживать. Это просто как витрина. Человек сделал то ли специально, то ли не специально. Вот, плохо трамбовал, но именно в таком случае я так определял сам, когда пора высаживать. Вот это вот наш главный враг. Многие говорят, посадил ваши косточки, ни одна не взошла. Ну, когда семидоли под землей, понятно. Вот эти косточки говорят о том, что... Ну, это Сергей садил, это мы же сели. Я вам покажу фотографии, где эти же саженцы лежат на боку. Ну, как будто их это пилкой для ногтей кто-то подпилил. Так вот, здесь эти на виду. Семидоли были, раз косточки. Это наш сад. Моя фотография. Раз косточки на виду, значит, семидоли были на виду, значит, все было хорошо, кроме одного. Их съели мыши. Так? Вот это имейте в виду. Вот. Еще не все сказал. Вот это вот мышиная столовая. Объясняю. Меня надоумило не я. Это у меня так совпало. Вначале пришло письмо. Валерий Константинович, а ведь ваш, я зря там того, что это самое, может, не то подумал. Ваши-то косточки я нашел. Садил-то он их, как это, как грядка, школка. А нашел их в сторонке в нескольких метрах, в одной кучке лежали спрятанные. То есть их мыши из них сделали кладовую. Собрали все. Вот я к тому же, еще раз говорю, я ничего не скрываю никогда. Когда садишь неглубоко, что может получиться? Может, глубоко сгниют, не глубоко. У него-то, он же их все равно, вот человек, который мне написал это, ой, который мне позвонил или написал о том, что мыши у него украли все косточки. Они же их унюхали, не глубоко были. А были бы глубоко, и цело было бы. Ну, что потом бы сгнило. Вы поняли, как трудно будет, если когда-нибудь, я еще не все сказал, но упреждаю, хочу что вам объяснить. Если когда-нибудь будет все-таки здравый смысл обладает, разгонят Академию наук с их дебильными программами, которые им же надо что-то выдумывать. Вот и навыдумывали. Вот. Бедная школа. Так вот, значит, когда-нибудь... ЭГЭ, не дай Боже, вы представляете, как на ЭГЭ, а я вам рассказывал уже, помните, там это было как раз, поливать, то есть это, нужна ли влага для семян или не нужна, и это было на ЭГЭ, кстати. Но расчет был на то, что человек это, догадается. Знать-то он не знает, что нужно, он в саду не бывает, никогда, может, не поливал, откуда ему знать, нужна ли влага для семян. А тут на ГЭ один из вопросов, нужна ли влага для семян. Вот. Ну, может, сообразит, что сам воду пьет, наверное, семенам надо. Вот. И вот получилось так, что я узнал новое, а мне таких новинки нет-нет, попадается, что мыши воруют. На следующий год, через два, уже не помню, у меня случился супер урожай. Вот. Я все собрал, раздавал, раздаривал. Потом на следующий год у меня был слабый урожай. Года я уже путаю. Потом приходит снова урожай. Но я не буду дураком. Мне что, урожай должно хватить на 2 года? Я же их храню так, что они всходят и годом спустя. И практически никто не жалуется. Но тут случилось... думаю, ну, дурак ли я, урожай хороший. Я решил запастись. И собрал все. Вот. Я думал, что собрал все. Именно вот под такими деревьями. Вот помните, роскошные. Вот это и есть королевский абрикос. Под ним не было ни одного плода. Но когда пришла весна,
А мелкие я вообще не сыграл, вот эти вот манжуши, у них сильно много было. Амура было много, тоже лежат, не мешают. Вот. Они взяли и все стаскали в четыре такие кучи. Причем ошибки нет, это королевский. Здесь не было ни одного плода. Это значит, что каждая косточка за 5-10, а в 50 метрах росли те же амуры и манжуцы. Так. Были перенесены сюда каждая косточка. И в течение зимы они были съедены. Это все разгрызено. Там неровно, это не расколото, а разгрызено. У меня есть фотографии более такие подробные. Вот это, пожалуйста. Еще один минус. Вот вам и закопка. Вот вам и это. Хотите иметь здоровый саженец? Надо, наверное, покупать тогда больше, чем рассчитываешь. Потому что, еще раз говорю, или ты их сгноишь, вот, или мыши съедят. Куда крестьянину податься? Вот так вот. А теперь попробуйте ЕГЭ. Меня, допустим, позвонят с Академии наук, скажут, ой, Костянец, ну ты такой умный, ну ты из себя строишь, пальцы гнешь. Только давай-ка, составь ЕГЭ. Вот, мы тебе дадим $1 000 000. А я отвечу, я отказываюсь от $1 000 000, потому что невозможно составить ЕГЭ при таких условиях. Просто это все надо знать. И вот когда это все надо знать, так, вот, это что означает? Когда надо знать, это значит, что вы уже будете заказывать несколько раз больше, чем собирались. И никуда вам от этого не деться. Потому что если у человека, он, это вот человек, который эту таблицу, там же немного, вы видели, это небольшой был заказ. Просто он тщательно все, дни сосчитал, все это, проценты сосчитал. Вот. А по-хорошему, если бы он заказал, допустим, ну там 300 косточек, 500, при всех неудачах у него все равно бы сад состоялся. А потом, сомневайся, фильмы смотреть долго и не хочется. Ну тогда это, разбей, половину посади под осень. Я еще закончу разговор этот, знаете чем? Я его, по-моему, ни разу на вебинарах этот пример не приводил. Я боюсь повторяться. Вот, хочется все время что-то новое сказать. Примеры были такие. Я начинал, как все, садил под осень. Я посадил 1000 косточек. А я всегда привык 1000 мерить. Ну, так вот. Ну, что, я же не покупал. Они мне как бы даром достаются. Вот. И я посадил 1000 семян уссурийской груши. Вот. Несколько лет я перекопано. Так. Ладно, копано-перекопано, на второй год зашла, я снова с деньгами, с питомником, я уже уволился с завода. Вот так, проходит пару лет, снова мне нужны семечки, я сажаю груши, опять под зиму. Я долго шел к классификации, возиться с ней, еще чего, побольше посажу. Опять посадил не меньше 1000, не взошла ни следующий год, и на второй год не взошла. Почему? А остальные-то годы, такое же, вероятно, такое, что полностью, то есть такое впечатление, что все до единого сходили. Вот, и были там анекдотические случаи, когда я взял, песком посыпал, чтобы лучше всходили. А кот пристроился. Представляете, грядка посыпала желтым песком, и он давай ходить в нее. Вот. Что вы думаете? Уже гоняли этого кота и отучали, бесполезно. А куда деваться? Он все равно туда ходит, желтый песочек ходит. А он был сверху этих семян. Ну, хорошо, дружно взошли, хотя он ее лапами всю перекопал. Вот так бывает. Но это я анекдотический случай рассказал, чтобы немножко атмосфера не была сильно грустная. Вот вам варианты. Как у меня, я собрал коллекцию абрикосов этих. Самых. Помните мой рассказ? 1500 косточек посадил, 170 зашло. Ну, мне их за глаза хватило, раз. А главное, зашли те, которые при прочих равных условиях, они же сухие садил. Я же никогда не замачиваю. Ни весной, ни осенью. Я сухие садил. А почему взошло 170? Они все с одного дерева были. С этого же манжурца патриарха. Но зато они прошли отбор, они, теперь это их родина. Результат вот перед глазами, мышей кормили, видели?
Вот сколько я наговорил. И сбивайте свой заказ на осеннюю посадку и весеннюю. Весеннюю, значит, чуть строицируйте два пару сроков. Допустим, один срок по железу, один по справочнику. Вот. Храните, допустим, одна баночка, допустим, в одном холодильнике, другая в другом. Чтобы все равно условия разные. Третье в погребе.